еще один момент, мы начинаем КВН. Удивительная сила, как растет абрикос в стакане после улицы сертификации под снегом. Вот. Ни один не замерз. Заметьте. Улицы сертификации под снегом. Персики турецкие вымерзли, а хасанские с находки нет. Тренировки на турецких магазинах кончик абрикоса. Вот. Мне, а вот этот Михаил, да? Я ничего про него не знаю практически. Вот. Но раз он как бы отчитывается, значит, я-то при чем? Раз он именно мне прислал результаты. И мне вот эти даты чем понравились? Значит, смотрите. Я расспрашивать не мог. Я задыхаюсь в этих письмах. Получил, сказал, на вебинаре. Среагировал и среагировал. Что мы видим? А мы видим следующее. Шкарлупок нет. Как еще назвать их? Как по-другому? Шкарлупка – это Нептун, но не научное название. Ну как правильно, шкарлупка? Вот, то есть он их убрал. Надеюсь, что они были здесь же, в этих горшках, закопаны. А потом, когда они впиваются в землю, они вот так вот поворачиваются на 180 градусов. Или на 90, или на 180, смотря как закопаны. Вот. И все взошли. Это к вопросу. О чем? Это к вопросу о том, что он добился успеха. Такое впечатление стопроцентного. 100% уличная сертификация под снегом. А это уже, ну, к сожалению, здесь нет даты. Ну, наверное, это было, ну, наверное, месяц назад. Фотографии месячной давности. Так. И это еще не все. Внимание. Крупный план. Это он такую фотографию прислал. Видели? Вот. И, а я не могу не покритиковать. Земли нельзя экономить на земле. Нельзя. Никаких не должно быть вот этих вот бортиков. Это значит, что она будет расти с древним этим самым. Это плохо. Это как, вот, представь себе шею вот такой раз. И она не вот такой вот, вот такая, а вот такая вот шея. Это плохо. Потому что шея, я подразумеваю, что это штамп. Раз. Второе. Ну, вот случилось такое, да. Ну, хорошо, тут, допустим, один. С ним можно справиться. Можно потом разрезать стакан. Согласны? Вот. Ну, когда три, как вы будете выковырять отсюда? Выковырять это колечко. И еще. Я очень боюсь обижать людей. Одна, уже так, уже дошло до спора. Уже, ну, не понимаем мы с человеком друг друга. Вот, когда я говорю, я бы так сделал, он говорит, так. И опять вот это промыкло. А я возьму, да ладно уже, я выращу горшка, как вы учите. Но я возьму их оттуда в июне, выковыряю и высорю. Ну, нельзя, ведь это самый опасный момент. Вот, нельзя его трогать. Ну, подождите уже до осени. Видите, как бывает? Это я по ходу. Значит, что я вижу? Земли мало. Так. Схожи 100%, ну по одной бы, ну пожалуйста, бы по одной. Ну как бы мне хотелось, чтобы они росли по одной. Ну это еще и наглядность, смотрите какой корень. Это же абрикос. Вот обратите внимание, вот именно то мы знаем, мы опытники. А тех, кто учит корень, там, это, помните, да? Вы представляете человека, который должен, вот начитавшись вот той ерунды, а где в 21 веке это же самое, Человек стоит, федеральный канал, он держит этот, вот так вот дерево, я канал не называю, фамилию я, правда, все равно забыл. Вот. Но он держит двухметровый саженец, из них полметра корни. И он берет их, обчикает корни. Ладно, крону. Крону сделать так, чтобы она туда, через рану туда не пошел сок, на высоту 2 метра, или там полтора. Да. Это он, это, чего добивается, я не знаю. Но когда он на моих глазах, корни вот так вот, чик-чик-чик. Я вот думаю, ну посмотрите, в конце концов, для чего абрикосом корни. Вот, вот этому товарищу, уже забыл, как зовут, Михаил Стебенин. Фотография бесценна. Вот эту фотографию я переношу, вот эту, смотрите, видите, копировать. А у меня есть папка особая, вот, особая. Вот. Это не просто фотография.
Это супер фотография. Вот. Смотрите, как я делаю. У меня есть папка с... А, вот тут я и так найду. Вот она. Посадка семян. И что я делаю? Ставить не вставляется. Вот, брат мой, Юрий Владимирович. Ну, так получается, что здесь вот такие папки, да? И не ставить. А мне нужно, просьба завтра, я уверен, что ты, как мой самый главный сподвижник, поможешь вот эту фотографию ставить вот сюда, на всю оставшуюся жизнь. Потому что именно здесь вот, подобное, видите? Вот, именно здесь родится еще несколько книг, еще энциклопедия, вот, и еще сотни фильмов родится. Вот. Мне, знаете, вот это вот, видите? Ой, нет, пропускаю. Я так не могу ни один семинар закончить. Сейчас опять понесет меня в сторону. Итак, куда я возвращаюсь? Смотрите. Придет завтра, я знаю, ты зайдешь ко мне, ты специалист, зайдешь ко мне и сможешь эту фотографию ставить туда, в особую папку. Есть просто фотографии, есть фотографии, я называю учебные, их у меня тысячи, а есть фотографии особые. И вот вы, Михаил, преподнесли мне великолепный вид. Он не было у меня такой фотографии. Вот они корни. Вот то, что надо спасать от тех, у кого секаторы в руках. Представляете, корни отрезать. И у корни, знаете, как он сказал, о, этот суперспециалист. Он же суперспециалист, не я, меня же туда не пустят. Почему? Там же надо рекламировать яды. Надо сказать, что вот это вот грибы, их надо уничтожить, и яды. Вот. И я тогда понял, что никогда Сергея Железова туда не пустят, Елену Савельевич не пустят, и, значит, Алексея Алексея туда не пустят, и Владенков, гений был бы шофер, тоже туда близко не пустят. Все это так. Почему? Держит саженец и говорит, а сейчас, внимание, слова какие, грамотные, научные, а сейчас мы подровняем корни. Я не могу. Господи, тут плакать надо.